спортивная составляющая, она же тоже не отменяет всего действия. Вот Якуб Корж сейчас встает на точку вбрасывания. Тоже, кстати, вопрос о том, как необходимо выкладываться. И на точке он против Егора Анисимова, да, который, в свою очередь, клюшку свою перевернул. Странно, что этим не отметился шоумен главной лиги Гудочек выходом на точку вбрасывания. Но Гудочек свое дело сделал. Он две результативные передачи отдал. Ну а здесь Коваржа партнеры не сумели подстраховать. И забивает. Забивает Вячеслав Грецкий, лидер итогового голосования, да. Удалось, да. Я бы отметил, как Анисимов вообще вбрасывание-то умудрился выиграть. Черенком клюшки точно отбросил шайбу на Вячеслава Грецкого, но и не смог выручить свои ворота.